скажите, тепло у вас зимой? В эту зиму было очень тепло. Да. А так раньше было прохладно? Ну, а там раньше было, там, временами как топит. С жителями города Щелково напрямую общаются представители городского совета депутатов. Стремятся получить наиболее полную информацию о подготовке к отопительному сезону. Ведь до начала осени, как это ни грустно, осталось всего пара недель. Выездное совещание, посвященное ходу подготовки к осенне-зимнему периоду, депутаты начали с положительного примера. Дом номер 4Б в Первом Советском переулке достаточно новый. Теплоизоляция на трубах в порядке. Приборы учета в рабочем состоянии. Все гидравлические испытания системы теплоснабжения были проведены. Что касается подготовки к зиме, в принципе, замечаний нет. Вот. И в подвале, и наверху мы были в технических помещениях. Все сделано по нормам и правилам. А вот в домах постарше, расположенных в центре города Щелково, картина не настолько радужная. Все необходимые работы проведены, однако возникают претензии к их качеству. Так, например, на Комарова 5 после замены окон в подъездах год назад теплоизоляция до сих пор не оштукатурена. Пена как была, так и есть, ничего не оштукатурено. Это вот как-то тоже не совсем понятно. То есть дома бы я себе так не сделал, да? В некоторых домах, как отметили депутаты, текущей подготовки к зиме явно недостаточно. Жители Парковой 11 обратились с жалобами на отсутствие водостоков, что при таянии снега может привести к плачевному результату. Трубы убрали, а что, стоки-то, вся стена, как водопад, вся стена черная. Там очень плохое состояние, жители давно жалуются и просят включить в капремонт. В этом году не включили, потому что вот на следующий год надо подумать. 17, 18, 19 весь будем включать. Ну и утепление, соответственно, наверху, потому что там крыша у них сложная. А вот жители дома номер 18 на улице Пустовская в последнее время, наоборот, отмечают качественную работу управляющей компании, в том числе в ходе подготовки к отопительному периоду. Тепло в доме-то? В доме тепло, хорошо. Тепло. Подготовка к зиме проходит? Проходит. У нас пишут всегда объявления, чтобы дома сидели, не смотрели, чтобы не капало. Сейчас к отоплению подвал подготовили полностью. Поменяли все краны, прессовка произведена, паспорт готовности готов, находится в ГЖИН проверки. Плачевную картину депутаты увидели в одном из самых отдаленных микрорайонов города Щелково, Бахчеванже. В доме номер 6А на улице Беляева теплоснабжающие коммуникации пребывают в явно неудовлетворительном состоянии. Основные замечания – это плохая изолированность труб, но также открытые продухи. Сейчас управляющая компания, она взяла это наше замечание на вооружение. Я думаю, что они устранят все эти замечания. Кипит работа по подготовке к отопительному сезону и в микрорайоне Чкаловский. В одном из самых старых домов бывшего военного городка параллельно продвигается и капитальный ремонт, качество которого жители устраивает не во всем. Если выполнены будут все параметры, которые здесь задумали сделать, то дом, в принципе, будет к зиме готов. Мы с вами посмотрели элеватор, он нас устроил полностью. Здесь будет проведена, это мы так поняли, что организация управляющая проводит замену запорной арматуры, которая не устраивает и жителей, они нам сделали замечание. В другом бывшем военном городке, микрорайоне Щелково 7, депутаты отметили удовлетворительный ход подготовки к отопительному сезону, проверив несколько домов на улице Неделина. В этом году единственное, что сделали, это был ранний тепловой узел. Мы провели реконструкцию по предписанию теплосети, все переоборудовали под элеваторный узел, установили катушку элеваторную. Все необходимые мероприятия, соответственно, приняли, то есть задвижки, все отревизировали, окрасили, прочистили, промыли, опрессовали, сдали, получили акт готовности. Что понравилось, что по сравнению, допустим, с предыдущим годом, чувствуется, что и управляющие компании, и, собственно, подрядчики, они немножко пересмотрели свое отношение вообще к вопросу подготовки к зиме. Поэтому и начали раньше в этом году, и качество работ, удовлетворительное. Всего депутаты проверили более 10 многоквартирных домов. Все вопросы пообещали взять на контроль, а также отметили, что жители могли бы эффективнее участвовать в подготовке своего жилища к зиме при создании советов многоквартирных домов, которые пока существуют далеко не везде. Александра Гранич, Сергей Максимов, телерадиокомпания «Щелково».